Приветики всем в этом чатике. Наступил карантин. Наверное, все об этом знают, и все сидят дома. Я очень надеюсь, и, по крайней мере, говорю за себя, что я, как ответственный человек, сижу дома уже 15-й день, и машина, спасибо. Если на первой неделе у меня хотя бы была учеба, то сейчас нет совсем ничего, объявили каникулы, и вся моя семья тоже сидит дома. Но вообще-то я не унываю, и я считаю, что дома есть очень много интересных занятий, например, саморазвитие, или можно читать книжки, или просто отдыхать. Короче, скучать не приходится. Главное, что наконец можно заняться всем тем, о чем ты давно мечтал, но все время никак не доходили руки. Поэтому теперь я себя не ограничиваю и делаю все, что хочу. Дуэт «Ясное солнышко». Ого! Сняла? Красиво! Я числа. Ого, какой красивый! Много. Следующее, чем мы займемся, это, очевидно, руки с туалетной бумагой. Надо просто начинать с другой руки. Да-да, я знаю, меня стоит остерегаться. Печать лошади, руки напротив друг друга, пальцы скрещены, указательные выпуклые вверх соприкасаются. Печать птицы, указательные... Итого, эксперимент показал, что Рик смог прождать 15 секунд. Возможно, он прождал бы еще больше, но там столько слиней, что мы решили остановиться на этом. Еще никогда никто в мире не прыгал четверной аксель. Поэтому я сейчас попробую. Четверной аксель. Фух, Юдзуруханю, берегись. Сейчас мы будем с вами преображаться в аниме-персонажа, и это Итачи. Фокус, пожалуйста, на этого красавчика. Я сейчас что рисовать? Брови. А. Во-первых, мы нарисуем брови. А потом ты мне нарисуешь брови. А что там у тебя на работе? Амаса. А я не работаю, я в университете учусь. Я же тебе рассказывала. Красиво! Спасибо! А теперь нам нужно нарисовать вот эти вот прекрасные следы. А зачем? Ну это как у Итачи, мы же персонажа делаем. Итак. Ой-ой-ой. Итак, сейчас нужно переодеться. Все, что у меня есть, это мое черное пальто. Будем считать, что это пальто Акацки. Теперь я выгляжу как-то так. Самое обидное, что на самом деле у меня даже есть повязка Наруто. Но эта повязка осталась благополучно в Москве, и с собой я ее не взяла. Поэтому все, что осталось, это просто замереть и сделать вот так. А, человек с улицы, человек с улицы! Срочно защищаемся, срочно защищаемся! Никто, ни один вирус не пройдет в мой круг. Один кусочек этого клипа длится примерно 1 минуту 20 секунд. Это видео длится сутки. Нам потребуется калькулятор. 24 часа — это 1440 минут. Если я не ошибаюсь, то в этом видео этот кусочек повторяется примерно 1107 раз. Капец, задолбаешься.
Жук хочет возить маме своей, как повозина. Так и написано. Я живу вон в той кастрюльке. Давай со мной там жить. Давай. Пошли. Пошли. А где она? Бывает скучно. А как вы боретесь со скукой? Со скукой хорошо все. Расом гори рай, эднанте. Расом гори рай, расом гори рай, расом гори рай. Раз, два, три, четыре, пять.